Всем привет, ребят! Сегодня у нас рубрика «Компрессор против». Значит, в чем смысл и прикол? Это значит почистить нашу PlayStation 4 у нас сегодня с помощью компрессора, полностью ее не разбирая. А такую процедуру, я считаю, нужно проводить каждый примерно полгода-год, в зависимости там загрязнения, в каком помещении она стоит и так далее. Вот. По поводу замены термопасты, я считаю то, что термопасту, если она была намазана свежей, ее нужно менять примерно один раз в 3-4 года, а не чаще. Кто вам говорит, что ее нужно раз в год менять, это все вранье и неправда. Значит, какие наши действия, чтобы нормально почистить вот этот радиатор? Нам нужно снять блок питания. На слимке, чтобы снять блок питания, нам нужно снять верхнюю и нижнюю крышку. Для чего снимается нижняя крышка? Потому что наш блок питания вот здесь вот, один болт его держит с этой стороны. Этот один болтик мы откручиваем. Опа. Переворачиваем нашу приставку. Откручиваем вот здесь еще 4 болта по периметру на блоке и вытаскиваем его. После того, как сняли блок питания, мы можем также продуть и блочок с этой стороны. И также у нас появился доступ вот к радиатору. В основном забивается радиатор не с этой стороны, а с той стороны, так как вентилятор дует вот так, в эту сторону. Мы сейчас, значит, продуем компрессором вот сюда, а потом будем выдувать эту пыль. Если я найду фотки, как забиваются эти соты, я вам ставлю. Ну, я думаю, вы и так все знаете. Ну все, давайте начнем. Теперь продуваем наш блок питания. Все, ребята, готово. Собираем приставку и наслаждаемся. Все, всем спасибо, кто посмотрел. Всем пока.